Самые внимательные поклонники Жасмин уже давно обратили внимание, что их любимица заметно прибавила в весе. После всех мучений, которые перенесла певица, чтобы похудеть, такая перемена стала неожиданностью. Но на днях Жасмин все-таки призналась, что беременна. Скрывать огромный живот просто невозможно. Да и поделиться своим счастьем на позднем сроке не так уж и страшно. Сейчас Жасмин и ее молодой супруг, бизнесмен Илон Шор, воспитывают двоих детей. 18-летнего Михаила, сына певицы от первого брака, и малышку Маргариту. На этот раз вся семья Жасмин просит у нее мальчика. Сама певица призналась, что недавно видела сон, в котором на свет появился именно наследник.